Ждем приезда нашей экспедиционной группы. Уже вот поставили полевую кухню. Сейчас начнем растапливать, готовить макароны по-флотски. Это будет наш первый ужин. А сколько ожидаете, что приедут? 7 человек студентов вместе с руководителем экспедиционного корпуса нашего университета. Готовили макароны по-флотски? Мужчины. Давай вперед. Много чая надо. Вы когда-нибудь кушали на полевой кухне? Мы рады вас приветствовать. Все отойдут. В базовом лагере экспедиции «Страна рифов». Как водичка? Там повышенное содержание серебра. Целебные свойства. Это антенна, да? Вы когда-то такое видели? Да, это антенна. Главное только, чтобы в каждой баночке была дырочка. Другого не ловит.
осядет позже, когда закипит вода. Еще. Он вообще не сладкий. Ну, я говорю, сахара мало. Вполне можете себя жизнью обеспечить, где вода знаете, где дрова знаете, где ночлег знаете, где полевая кухня и столовая тоже знаете. В общем-то, все аспекты жизни освоены. Это сразу, да, уже были вопросы по поводу того, можно ли с ружьем тут белочку поймать. Нельзя. Белочку поймать, если только за хвост, и потом посмотреть в глаза и отпустить обратно. Зверья очень много, поэтому просьба, стемнело, за территорию не выходить. Завтрак под руководством Михаила Николаевича, зарядка, пробежка. Значит, у нас будут ряд интересных моментов во время экспедиции. И наша задача в том числе будет за период первого вот этого выезда экспедиции, это описание фортификационных сооружений Второй мировой войны, которые неподалеку находятся. Это одна из задач. У нас с вами еще будет задача немножечко поучиться морскому делу. Там приезжает группа ребят из Мичуринска. Это воспитанники патриотического клуба «Дружина». Это шестеро ребят в возрасте от 8 до 14 лет под предводительством командира. У нас будет посвящение в юноармейцы этих ребят, торжественное мероприятие. Вопросы, пожелания, замечания? У вас есть зеленый цвет? Цвет или свет? Цвет. Ручка из зеленого цвета. А лист бумаги есть? Есть. Отлично. Еще вопросы? Нет. А голубой цвет у вас есть? Есть. Все за стол! Ну, чтобы на стол просто. Так, у кого есть нож, порезать хлебушек? Вот, ну да, да, да. Как макароны? По-вкусски.